Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство ZTE Blade A51, и сейчас я покажу вам, как сделать сброс сетевых настроек. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки» и далее проходим в раздел «Система». Здесь выбираем «Сброс настроек» и нажимаем «Сбросить сетевые настройки». Нажимаем «Сбросить» и вводим пароль для подтверждения действия, нажимаем «Да». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.